Motherfucker! That mute asshole, that fucking snake without a tongue, gave me this shithole instead of a pink slip. I must be the biggest fucking idiot in the whole fucking world. Holmes, take it easy. At least we're alive. Carl, friend, fellow traveler, relax, man. You're really killing my fucking vibe here. Well, I'm sorry I'm fucking up your vibe, old man, but I can't wait to get my hands on that mute and your bitch-ass cousin. My cousin? You're gonna diss my familia? My bad, man. I'm just pissed for all of us. I mean, look, we in a strange place. We got shit to our name. And for once, I try to make something work, this garage, and it ain't even a garage. Then make it into a garage. Oh, that's a great idea, sis. Won't you shut up? You know what, Carl? You are a fucking idiot. Your whole life you wanted something for nothing. Now you've got something and you don't know what to do with it. We'll make it good enough. We'll help, right? We got your back, CJ. Come on, stop tripping, man. Both of you. Whoa, man, the energy here, it's fantastic. Oh. Yeah, all right. But how am I find some good mechanics to work up in here, man? I know a few guys. Come with me, friend. They're good people, I swear it. Man, I'm about to ride with this fool again. Come on, man. There's these two guys I know. Used to work on marine engines. Till the mob bought their business over in Vice. Now they try and make ends meet by taking any old job. They're a little bit dull by their habit. But the smoke don't get in the way of their skills with an engine. We'll pick up Jethro first. Last I heard, he was working at a garage over in East Basin. Всем привет, дорогие друзья, с вами Старгейм, и добро пожаловать на первую миссию третьего сезона игры GTA San Andreas в городе Сан-Фьерро. Ну что ж, дорогие друзья, Каталина нас подставила по приезду в этот замечательный город. Как оказалось, она подсунула нам гараж, который находится в очень плохом состоянии. Конечно, Карл очень разозлился на то, что его вот так вот развели, потому что гараж похож просто на развалины, но наша сестра Кендалл предложила сделать там гараж и открыть какое-нибудь предприятие, чтобы можно было зарабатывать деньги. Но гараж этот нужно для начала починить и все такое, потому что на гараж ты не похож. И у мистера правда есть друзья, которые, думаю, согласятся на эту работу. И сейчас мы едем за первым, которого зовут Джетру. Если вы играли в GTA Vice City и купили там молочную мастерскую, то вы могли его видеть. Эй, Джетру! Hop in, man. I've landed you a real job. Hey there, Truth Dude. Oh, man. Do I owe you? I swear I paid for that weed, dude. No, man, we're good. I think. Jethro, Carl. Carl, Jethro. What's up, man? Can we swing by the hospital? It's over in Santa Flora District. West of here. Yeah. You sick? No. The government is. But that's a long story. Ну вот, мы и подобрали Джетро, он вот так вот быстро бросил свою работу механика на заправке. Ну, собственно, механик-то нам и нужен в нашем гараже. Позже как раз выяснится, что за предприятие мы будем открывать. Ну а сейчас нам нужно съездить в больницу, чтобы на кое-что посмотреть. Мистер Правда говорит, что это секретно, но я думаю, мистеру Правде надо съездить в больницу полечиться лучше. Потому что если вчитаться в диалоги, то они говорят о каких-то белых медведях. И это странно. Вообще, за эту миссию можно обкатать почти весь город. Можно узнать местоположение всяких забегаловок, пейнтспреев, магазинов одежды, амунации и тому подобное. Если же ездить по некоторым дорогам, то можно наткнуться на достопримечательности, например, на какие-нибудь памятники. Да, и даже сама дорога мне очень нравится, у нее рельеф довольно-таки необычный, и дорога довольно-таки крутая, я имею в виду другой смысл слова «крутая», то есть она то поднимается резко вверх, то опускается резко вниз. Вот так вот. Я не имею в виду то, что она крутая. Ну, вы поняли, да, я думаю, что хотел рассказать. Так, ну вот и больница. What are we here for anyway? Nothing. Oh, don't look. Cover your faces. Think about a yellow rubber duck. You tripping again. Shh. Dusty. The dust. Okay. I've seen enough. Let's go see if we can find Wayne. He's working a hot dog van at the tram terminal in Kings.
Какой-то фургон проехал, и что? Хотя мистер, правда, многое в этом увидел. Ладно, пока мы это оставим, может что-то в будущем и выясним. А сейчас мы едем за вторым механиком, которого зовут Дуэйн. Он также был в GTA Vice City вместе с Джетро в лодочной мастерской. Сейчас Дуэйн работает продавцом хот-догов, и бизнес у него идет не очень. Dude, Dwayne, man, how's the hot dog business? It's totally shit. Why? What's happening? My friend Carl here is opening a chop shop. Jethro's in. How about you? Yeah, cool, man. I've got like some shit to take care of first, though. So, you tell me where you guys are gonna be at, and I'll meet you dudes there. The garage is on the waste grounds in Doran. I'll see y'all later. Okay, next stop, cop station downtown. What? Watch your mom. Why? If I told you, the likelihood is you'd get a probe up your ass within a month. Like, listen to the man, dude. He's real serious about that shit. Wow. Okay, but you're starting to freak me out with all that spaceship, man. Ну все, Дуэйн в деле, только к гаражу он будет добираться своим ходом, потому что у него есть своя машина-хот-дог, да и пока что у него есть какие-то дела, которые он хочет закончить. А сейчас у мистера Правда опять глюки, и он просит Карла доехать до полицейского участка. Блин, ну мы же его проезжали, когда ехали в больницу. Ну ладно, едем туда. Кстати, мне нравится полицейский участок в Сан-Фьерро тем, что у него есть классная вертолетная площадка. Кстати, вот она. И вот уже полицейский участок, в который нельзя войти. А в Лос-Антосе можно. Okay, you know the drill. Don't look interested in anything. Picture a pink golf ball in your mind. Okay, we're good to go. Where to next, spacehead? There's an electronics guy I've had dealings with. Goes by the name of Zero. He could fix a supercomputer with a paperclip. He's got his own shop, but he's always ready to help fellow travelers along the path. Let's go introduce you to him. И опять этот загадочный фургон, как и сам мистер Правда. Ладно, сейчас нам нужно заехать за последним человеком, который нам понадобится не только в гараже, я думаю, да и на него даже миссии будут, за компьютерным гением под кличкой Zero. Как говорит мистер Правда, он может суперкомпьютер починить скрепкой. Ну, в общем, этот самый Zero хорошо разбирается в электронике. Ну что ж, сейчас он находится рядом с магазином, в котором работает, играет с управляемым вертолетиком, знакомым нам по GTA Vice City. Если вы этот вертолетик не помните, то посмотрите седьмую миссию моего прохождения игры GTA Vice City. Кстати, магазин Zero, ну, точнее, в котором он работает, полностью кишит пасхалками, то есть можете туда зайти и посмотреть, сколько там упоминаний о разработчиках и о их творениях, ну, то есть о других играх, например, Manhunt. Leave me alone, Berkeley. This is stalking. Oh, hey, Trunks. Get in. I'll fill you in as we drive. Home, James. Ну все, собрали мы суперкоманду, теперь едем обратно в наш гараж и заставим их там драить полы. Ну, надо же все-таки с чего-то начинать, надо чистоту наводить до порядок. Что ж, вот здесь можно проехать легко через стройку, я думаю, вы все этим путем пользуетесь. Ну вот и гаражик. Кстати, видно, что уже Джетру подкатил. Молодец. Окей, мы едем. A week of hard work, and we'll transform this place. Hey, Caesar, come over here. What's up, B? Caesar, this Jethro, Dwayne, and Zero. Hey, man. Dude. Salutations, my sibling. Orale, let's get to work. Hey, hey, Carl, look. I think I found a way for us to get paid. I ain't going to no college to study no account. No, idiot, property. Decorating ain't exactly my thing either. No, property development. Look, you buy a dump like this, fix it up, and sell it. Or better yet, you turn the property into a business. The snowball gets bigger. I don't know, sis. This all sound big time to me. Look, Carl, this place is gonna get on its feet, and when it does, we are gonna have money. If you wanna make something of yourself, you gotta let your money work for you. Look, I wouldn't even know where to start. Look, you two concentrate on the garage and let me work the property thing, okay? Yeah, that's my baby girl right there, Holmes. Man, you chose her. I'm stuck with her. Всем спасибо за просмотр. С вами был Stargame. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Всем удачи и пока.